В этот день 3 декабря родились Михаил Кошкин, советский конструктор, создатель знаменитого танка Великой Отечественной войны Т-34. Григорий Сковорода, русский и украинский философ и писатель. В этот день 3 декабря 1533 года на московском троне утвердилась великая княгиня Елена Глинская, мать царя Ивана IV Грозного. 3 декабря 1701 года по указу Петра I в Москве было разрешено открытие 8 вольных, то есть частных аптек. 3 декабря 1875 года в Москве состоялась премьера первого фортепианного концерта Петра Ильича Чайковского. Я теперь весь погружен в сочинение фортепианного концерта. Хочу непременно, чтобы Рубинштейн сыграл его. Дело идет очень туго и плохо дается, писал родным Чайковский. Всего за год он закончил работу и рассчитывал на похвалу от пианиста Николая Рубинштейна. Но после премьерного закрытого концерта получил ушат всевозможной критики. Концерт никуда не годится, играть его невозможно. Как сочинение это плохо, пошло, то украл оттуда-то, а то оттуда-то. То есть только 2-3 страницы, которые можно оставить. От петербургской премьеры Чайковский пребывал в еще меньшем восторге. Отчаянно изувечен, в особенности благодаря дирижеру оркестра, который сделал все на свете, чтобы аккомпанировать так, чтобы вместо музыки это была сплошь ужасная какофония. Только московский концерт в исполнении любимого ученика Чайковского, 19-летнего Сергея Танеева, произвел фурор. За дирижерским пультом стоял тот самый недовольный Рубинштейн, который осознал неправоту своих слов и впоследствии часто исполнял первый фортепианный концерт. Так состоялся большой дебют классика мировой музыки Петра Чайковского. 3 декабря 1892 года умер Афанасий Фет, русский поэт. На протяжении 50 лет Фет легко и непринужденно владел рифмой. Еще на студенческой скамье будущий филолог вместо лекции сочинял стихи. Писатель Николай Гоголь величал его несомненным дарованием. Друг и коллега Аполлон Григорьев принимал за родного брата. Среди громких имен пиидов не было равнодушных к творчеству Фета, а Николай Некрасов за теплоту и звучность стиха приравнивал сочинителя к другому солнцу. Человек, понимающий поэзию и смело открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему Фет. При этом бешеной популярности у читателей Фет не имел. Несчастный, невезучий и непрочитанный наш поэт. При жизни ему не повезло с имиджем, с убеждениями, и он, ярый монархист и консерватор, был затравлен прогрессивной критикой и не писал почти 17 лет. В 20 веке не нашлось поэта, который бы в полной мере воскресил его для читателя, утверждал один из современных литературоведов. Прилепился к Фету ярлык атеиста, что опровергали мемуары, где поэт с восторгом вспоминал о том, как на копии из картины Рафаэля он научился молиться Божией Матери с младенцем. И религиозными произведениями в авторском прочтении «Отче наш» и малоизвестным шедевром «Искушение в пустыне». Для тех же, кто понял и полюбил творчество Фета, он оставался лирическим музыкантом-поэтом, которого, по мнению композитора Петра Чайковского, нет смысла сравнивать с другими. 3 декабря 1917 года начались советско-германские мирные переговоры в Брест-Литовске. Они заканчивали для России боевые действия Первой мировой войны. 3 декабря 1965 года состоялся запуск межпланетной станции «Луна-8» для отработки элементов системы мягкой посадки. 3 декабря 1966 года в Москве у Кремлевской стены состоялось торжественное открытие мемориала «Могила неизвестного солдата». После возложения цветов у могилы неизвестного солдата в Польше председатель Совета министров СССР Косыгин обратился с подобной инициативой к генсеку Хрущеву. Брежнев был категорически против возведения мемориала у Кремлевской стены, поэтому первому секретарю Московского горкома партии Егорычеву пришлось пойти на хитрость и заручиться согласием членов Политбюро. Оставалось определиться только с останками неизвестного солдата, которые были перенесены из братской могилы под Зеленоградом. День открытия мемориала стал большим праздником для всей страны. На всем протяжении эстафеты от Вечного огня на Марсовом поле Ленинграда до Кремлевской стены стояли кордоны из живых людей. У Манежной площади факел встречал летчик Моресьев. Зажжение пламени производил лично Брежнев. Камень украсили пронзительные слова «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Таким был этот день 3 декабря.